В эфире Сергей Нежданов. Давайте почувствуем позу, понаблюдайте, наслаждайтесь своими ощущениями. Вот что сейчас, неважно, там, может быть, еще не проснулись, какие-то вот, может быть, такие еще не совсем ясно, что происходит, но вот что происходит сейчас. Давайте со вдохом мягко двигаемся из макушки в бесконечность. С выдохом стекаем в седалищные бугры, в таз, в ноги, в промежность. Вот. И такое все, вот этот наш фундамент, на то, что мы опираемся, становится тяжелым. На вдохе мы двигаемся вверх, на выдохе стекаем вниз весом тела. Вот такое первое упражнение. И между двумя векторами, вверху и внизу, чувствуем позвоночник, линию позвоночника. Можно покачаться вперед-назад, вправо-влево. Найдите центральную ось, совместите таз, грудную клетку и голову в одну такую линию. Хорошо. И теперь мы правым ухом пойдем вверх. Вдох. Эту линию чуть изогнули. Выдох. Макушкой вверх. Левое ухо вверх. Вдох. Выдох. Правое. Вдох. Выдох, левый вдох, выдох, правый вдох, выдох, левый вдох, выдох, голову отводим назад, вдох, вперед, скругляемся всем позвоночником, выдох. Вверх посмотрели, вдох. Вниз посмотрели, выдох. Как будто бы хотим лицом живота дотронуться. Вверх, вдох. Вниз, выдох. Хорошо. Посмотрели вправо, вдох. Выдох. Левый вдох. Вытягиваемся вверх. Выдох. Еще вытягиваемся вверх. Вдох. Выдох. Вдох. Чувствуем, как по позвоночнику вот это скручивание происходит. Теперь вместе с руками, с плечами. Вдох. Выдох. В другую сторону. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох, вдох, выдох, хорошо. Круговые движения, опустили голову вниз и покрутили головой, раз. Два. Три. Вдох, выдох, четыре. Вдох, выдох, пять. Другую сторону. Один. Вдох, выдох, два. Вдох, выдох, три. Четыре. Пять. Хорошо. Теперь всем туловищем. Раз в одну сторону. Покрутились. Два. Три. В другую сторону.
Один, два, три. Остановились, поймали центральную ось, почувствовали, что поменялось. Давайте еще улыбнемся себе и своим ощущениям. И вытянем ножки. Вытянем ноги. Руки могут быть сзади. И начинаем круговые движения и колени, и пальцев ног. Вот так, в одну сторону. Чувствуем, как работают тазобедренные. Можно коленочки держать руками. Чувствуем, как работают тазобедренные. В другую сторону. Разогреваем колени без нагрузки, да, вот мы сейчас нагрузку в ноги не даем. И греем, греем суставчики. Хорошо, одинаково в одну сторону, в другую сторону. Согнули правую ножку, разогнули. Левую, разогнули, правую, левую, правую, левую, правую, левую, полубабочка, ага, хорошо, теперь правая, левая, правая, левая, левая, правая, левая, правая. Правая, левая бабочку, правая, левая, левая, правая, левая, правая, правая, левая, правая, левая, левая, правая, остались в бабочке. Руки сзади, таз на полу остается, вырастаем макушкой вверх. Коленочками в стороны. Дышим животом. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Можно покачиваться. Почувствуйте вдох, пахи. Выдох. Соединяем колени. Встаем на носочки. Угу. И ножки выпрямляем. Вдох. Сгибаем. Выдох. Выпрямляем. Вдох. Сгибаем. Давайте попробуем пяточки оставлять. Выпрямляем. Вдох. С пятками на полу. Сгибаем. Выдох. Вдох. Выдох. Пяточки на полу. Вдох. Хорошо. Остаемся в наклоне. Носочки на себя. Вдох. На носочки встали. Выдох. На себя носочки подняли. Вдох. Выдох. Руки могут быть, вот ноги могут быть совсем согнуты, если не выпрямляются. Носочки вверх, натянули, теперь пяточки вверх, хорошо, круглой спиной поднимаемся вверх, вдох, дыхание уджайи, сейчас нужно продышать, все хорошо, выдох, давайте, уджайи, вдох, кончик языка на верхнем небе, на носочках поднялись. Постепенно пробуждаем тело, выдох, вдох, дыхательная гимнастика уджайи, вьяяма, выдох, вдох. Если есть возможность открыть форточку,
Открываете свежий воздух, чтобы был. Если не холодно, выдох. Еще вдох. Руки через стороны. Потянулись макушкой вверх, пальчиками вверх. Выдох. Теперь прогиб. Вдох. Да, если это сегодня 30 число уже, завтра, скорее всего, по записи занимаемся, то это будет у нас заключительное занятие из серии Сури. Приветствие Солнцу. Вдох. Повторим несколько видов Сури Намаскар сегодня. Они как раз перекрывают основные группы мышц, основные вот эти вытяжения. Руки в стороны, вдох. Прогнулись, выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Теперь правая рука вверх, вдох. Левая вниз. Выдох. Поменяли вдох. Выдох. Поменяли вдох. Натягиваем бок. Выдох. Вдох. Выдох. Чуть больше. Еще в наклон уходим. Вдох. Латеральное вытяжение. Боковое вытяжение. И вдох. Выдох. Хорошо. Руки замочек наверху. Вдох. Толкнули замок. Выдох. И замочек боковые движения. Раз. Два, три, четыре, пять. В другую сторону. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо. Руки назад сцепили. И сзади замочек сделали. Замочек вверх подняли. Вдох. Выдох. Вывернули замок. Подняли вверх. Вдох. Выдох. И еще вывернули. Вдох. Выдох. Правой рукой сверху согнули, левую сзади снизу, зацепились тоже в замочек. Или взяли ремешок или полотенце, захватили за спиной. Правый бок натянули, вдох. Выдох. Левый бок, вдох. Выдох. Правый вдох. Выдох. Левый вдох. Выдох. Правый вдох. Выдох. Левый вдох. Выдох. Прогнули вдох. Опустились в наклон. Выдох. Поднялись вдох. Опустились вниз. Выдох. Вверх, вдох. Вниз. Выдох. Поменяли руки. Раз. Два. Захватили сзади. Левый бок вытянули, вдох. Выдох. Правый вдох.
Выдох, левый вдох. Выдох, правый вдох. Выдох, левый вдох. Выдох, правый вдох. Выдох. Отвели назад погиб. Выдох. Наклон, вдох. Выдох. Прогиб, вдох. Выдох, наклон. Вдох. Выдох, прогиб, вдох. Выдох, наклон. Вдох. Выдох. Отпустили. Стряхнули руки. Стряхнули плечи. И начинаем отпружинивать ножки в ширину таза. Все встряхиваем. Глубокий вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Вдох. Задержка. Выдох. Задержка. Хорошо. Спокойно дышим. Стряхиваем руки. Вот вытянули в стороны. Стряхиваем вверх. Отпружиниваем. Отпружиниваем. Хорошенько стряхиваем. Нам нужно создать дренаж по системе, по всей. Давайте остановимся, почувствуем эффект от этого движения. Из таза вот традиционно пустые рукава. Вкручиваемся макушкой в потолок, в небо. Заглядываем за спину. Хорошо. Еще давайте пальчиками сжимаем, разжимаем на носочки, на пятки, на носочки, кисти и стопы еще чуть-чуть включим, прямо вот хорошо включим. Угу. Сжимаем, разжимаем, сжимаем, разжимаем. Руки вверх, сжимаем, разжимаем. Хорошо, пальчики сжали, разжали. На ногах и на руках. На руках быстро, на ногах, ну как получается. Сжимаем, разжимаем. Пальцы растопыриваем, сжимаем, растопыриваем, сжимаем, растопыриваем, сжимаем. Теперь вот так пальчиками. Хорошо. И ногами тоже так. Раз. 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 Ну, попробовали. Волной пускать пальчики на ногах. И идем по коврику. Растопыренными пальчиками цепляемся за коврик. Проносим пятку вперед. Растопыриваем, проносим пятку вперед. Идем к нашему исходному положению, в начало коврика, на стартовую позицию. Пяточкой по возможности стучим в пол, вызывая вибрацию по всему телу. И чувствуем, как разогреваются мышцы, но мышцы стоп. Хорошо. Все, в начале коврика наблюдаем. Ладошки перед грудью. Делаем вдох. Выдох. Руки через стороны. Выдох. Посмотрели. Наверх. Выдох.
Наклон. Давайте еще раз вдох вверх и выдох. Выдох и до выдох втягиваем живот. Вот с животиком работаем. Да, выдохнули, тянули живот. С левой ногой отшагнули. Вдох. Выдох. Коленку в сторону. Вдох. Колено в сторону. Выдох. И еще вдох. Потянулись вперед. Опустили голову вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Поднялись. Выпрямили ножку. Вдох. Выдох. Натянули переднюю ногу. Вдох. Выдох. Теперь на вдохе пошли вниз. Вперед. Вдох. На выдохе назад. Выдох. На вдохе вперед. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Сзади ножку берем. Вдох. Потянули. Выдох. Еще потянули. Вдох. Приятное ощущение. Выдох. И еще тело почувствовали. Выдох. Отшагиваем назад в собаку головой вниз. Вдох. Вытянулись, выдох. Тянули живот. Опустили колени в пол. Прогиб, вдох. Антипрогиб, выдох. Прогиб, вдох. Выдох. Прогиб, вдох. Планка, выдох. Планки, вдох. Выдох. На правой руке отсвет, вдох. Выдох. На левой руке вдох. Выдох. Вдох, планка, нижняя, выдох, нижняя, вдох, опустились на живот, выдох, ребрышки вытянули, руки справа, слева, вдох, пальцы на ногах вытянули, выдох, собака головой вниз, вдох, выдох. Левая нога вверх, вдох. Шаг вперед, выдох, колено в пол. Вдох. Наклон, выдох. Руки через стороны вверх, да? Выдох. Наблюдаем. Вот мы на одну ногу сделали, на вторую ногу. Вдох. Наклон, выдох. Правая нога назад, вдох. Широкий шаг. Выдох. Стопой колено чуть-чуть в сторону, вдох. Выдох. И потянулись макушкой вперед. Голова вниз, выдох. Поднялись, вдох. Еще раз опустились, выдох. Здесь вдох. Выдох. Хорошо. Вытянули ножку, вдох. Выдох. Почувствовали вытяжение, вдох левой ноги, выдох, вдох,
Вы, да? Коснулись пола головой. Вдох. Отвели таз назад. Вы, да? Вдох. Вытянули ногу. Вы, да? Вдох. Вы, да? Хорошо. Теперь левой рукой захватили вдох. Натянули правую ножку, выдох, вдох, выдох, вдох, отпустили, выдох, собака головой вниз, вдох, выдох, правая нога, вдох. Шагнули вперед, выдох, колено на полу, вдох, наклон, выдох, руки через стороны вверх, вдох, выдох. Опустили руки. Чувствуем, что происходит, как изменяется ощущение. Хорошо. Еще один вариант сделаем. Вдох. Наклон. Выдох. Левой ногой шагнули, вдох, ручки вверх, выдох, руки в стороны, правая рука вперед, вдох, левая рука назад, выдох, потянулись вверх, вдох, хорошо, выдох, ручку на колено. Рука левая сверху, вдох, выдох, можно опустить руку вниз, вдох, выдох, опускаем вторую руку вниз, правая вверх, вдох, выдох, пробуем глубже зайти, левая за колено. Ладошка на ладошку, вдох. Выдох. Можно еще глубже зайти. Захват за спиной, вдох. Выдох. Хорошо, в планку отшагивать. Вдох. Выдох, в планке. Два, вдох. Выдох. Три, вдох. Опускаемся на колени и грудная клетка между ладошек, выдох, кобра, вдох, собака головой вниз, выдох, здесь вдох, выдох, левая нога, вдох. Шаг вперед, выдох, руки вверх, вдох, наклон, выдох, руки через стороны вверх, вдох, выдох, вдох на вторую ногу. Наклон, выдох. Правой ногой назад, вдох. Выдох. Ручки в стороны, левая вперед, вдох. Выдох. Правая рука назад, на ножку, левая вверх, вдох.
Выдох. Теперь левое на колено, правое сверху, вдох. Выдох. Левое вниз, правое еще дальше, вдох. Выдох. Правое вниз, левое вверх. Вдох. Выдох. Пробуем еще глубже. Ладошка на ладошку, вдох. Выдох. И можно попробовать захват за спиной. Вдох. Выдох. Планка. Вдох. Опускаемся на 8 точек. Выдох. Кобра, вдох. Собака головой вниз. Выдох. Хорошо, вдох. Подышим животом. Выдох. Втягиваем живот. Вдох. Выдох. Тянули. Вдох. Выдох. Тянули. Посмотрели вперед. Посмотрели назад. Правая нога вверх. Вдох. Шаг вперед, выдох. Ручки вверх, вдох. Наклон. Выдох. Руки через стороны вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Все отпустили. Все опустили, подняли правую ножку вверх, вдох, выдох. Теперь захватили большой палец вперед, вдох. Правая рука, правая нога, выдох. В сторону. Вдох. Выдох. Хорошо. Положили стопу на бедро. Ручки перед грудью. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Руки вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Ножку опустили. И взяли вторую, левую. Вдох. Выдох. Большой палец захватили. Вдох. Выдох. В сторону отвели. Вдох. Выдох. Хорошо. Внутрь ноги поставили. Держим вдох. Выдох. Вдох. Лицо расслабляем. Руки вверх. Вдох. Выдох. Хорошо. Стоим. Вдох, выдох. Ножки. Пирамидкой ставим. Руки на пояс. Поворачиваем таз. Руки в стороны. Вдох.
Выдох. Левый вниз, правый вверх. Вдох. Выдох. Посерединке руки в стороны. Вдох. Выдох. Правый вниз, левый вверх. Вдох. Выдох. Руки в стороны. Вдох. Выдох. Теперь левая в правой ноге. Вдох. Правый вверх. Выдох. Руки в стороны. Вдох. Выдох. Правая к левой ноге. Вдох. Выдох. Руки в стороны. Вдох. Выдох. Руки на пол сзади. Голова вниз. Вдох. Выдох. И еще шире ножки. Вдох. Можно под плечи руки поставить. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, поднимаемся. Разворачиваемся. Правой ножкой вперед. Вдох. Хануманасана. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Хорошо, поднимаемся. Ну, давайте ноги поменяем. Вот таким образом. Раз. Два. Чтобы не остаться лицом в камере. Вдох. Выдох. Находим приятное ощущение. Вдох. Выдох. И еще приятное ощущение. Вдох. Выдох. Хорошо. Ложимся на живот. Руки вытянули. Ребра вытянули руками. Вдох. Поставили ребрышки. Выдох. Руки справа, слева. Вдох. Выдох. Ноги вверх, руки вверх. Вдох. Выдох. Захватили ножки сзади. Подняли. Вдох. Посмотрели вверх. Посмотрели вниз. Выдох. Посмотрели вверх. Вдох. Выдох. Отпустили. Поза ребенка. Вдох. Выдох. Хорошо. Перекрестили лодыжки. Сели. И легли. Ноги вверх. Руки вверх. Встряхиваем. Трясем. Хорошо, остановили. Руки за головой. Ножки опускаем вниз. Выдох. Поднимаем вверх. За голову. Вдох. Опускаем вниз. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И в халасане остаемся. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Ноги вниз.
Минуту лежим. Вдох, выдох, расслабляемся. Давайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Вдох. И выдох, расслабление. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Все отпускаем. Хорошо. Можно подвигать головой вправо, влево. Поперекатывайте голову пальчиками, пошевелите на руках, на ногах. Ноги сгибаем, беремся под коленочки. Садимся. Наблюдаем, что вышло из всего этого, как поменялось ощущение. Добавляем улыбку. Вот мы сейчас создали условия, мы изменили. То есть мы что-то подделали, изменились условия. И в результате этого появилось ощущение новое. Вот оно. Ну, мы его так получили в результате вот этих телодвижений, дыханий. И всегда есть всему причина. Вот что бы ни происходило, там хорошее, я счастлив, например, да? Есть причина. Есть определенная причина, которая формирует это ощущение. Следующий момент. Мне плохо. Тоже есть причина. И вот осознавая вот эти все процессы, можно создавать условия для одних состояний, создавать условия для других состояний и избегать, может быть, ну, формировать условия, чтобы не было страдания. Или так, ну, то есть, если что-то можно изменить, меняем. Если что это нельзя изменить, принимаем. Но не даем волю нашему уму, который начнет раскручивать тему. То есть это из состояния отрешенности, такой ясной отрешенности. Ясность и осознавание момента вот этого. Осознавание протекания жизни во всех проявлениях, которые приходят. Даже во время занятий каких-то вот йогой могут быть состояния, вот ум оп, прицепился к сознанию и начинает вот зачем мне это, а вот надо туда, а вот сейчас надо на работу, а вот это, ну какие-то пошли задачи. То есть начинает втягивать в болтанку свою. Мы, зная, что можно отвлечься, отвлекаем там, ну, на физические вот эти растяжения, мы развиваем тело, у нас двигается кровь, меняется гормональный состав, выделяется дофамин, оп, уже вроде как хорошо. Мы создали условия для этого. Нервная система отреагировала, гормональная система отреагировала, подарила нам приятные ощущения.
Вот, ну ладно, это тема такая, больше випассаны. Хорошо, дорогие мои, на сегодня все. Спасибо, кто был в прямом эфире и кто будет в записи.